Кадиллак – головоломка с картами, целью которой является зачистка поля по правилам покера. Чем выгоднее комбинация, тем больше зарабатываешь. За карты, оставшиеся после сброса всей колоды – штраф. Для перехода на следующий уровень необходима определенная сумма, так что складывание трех в масть – не выход. Игра на японском, но все интуитивно понятно, хотя есть ромы с английским переводом. Можно играть как одному, так и вдвоем, но по очереди. Успешно завершив партию, переходим к следующему раунду. Но чтобы перескочить уровень, игровое поле необходимо зачистить полностью. Это непросто, но бюджет растет, ровно как и затянутость процесса. После 34 раунда понял стратегию и начал продвигаться. С 5 уровня начинается усложнение. На столе изначально есть карты, и они очень мешают. В Кадиллак всего 10 уровней, скорость постепенно нарастает. Вначале кажется, что игра бесконечна, но это не так. Вообще весьма увлекательно, а вдвоем будет еще веселее.